Йоу-йоу, подожди, подожди, сейчас будет йоу-йоу. Так, вот так. Стой, ну стой, ты такая классная. Давай Даша скажет такая, всем привет, йоу-йоу. Давай. Даша говори, всем привет, йоу. Йоу-йоу. С напомаденным носом. Крутая Даша, всем привет. Да-да. Да-да. Даша разбирает свой подарок. То есть папа ей строит ее подарок. Да, вот так у нас носятся очки на 2 секунды. Нет. Вот. Вот так надо их одеть, снять, одеть, снять, одеть, снять. Одевает кто-то, снимает Даша. Момент. Это мое. Пока мы думаем, как все-таки собрать кресло, Даша читает инструкцию. Сейчас она нам все расскажет. Ты на каком сразу? На китайском читаешь? Да? Сейчас будем тестировать Дашин стул. Даша вот так сидит. Как в ходу. Так, значит, тут все пристегивается. Очень легко, с двух сторон, чик, и чик, где-то тут надо искать, ну да, в принципе, можно хорошо так отрегулировать, так, чего там, в общем, фирма, марка Baby Go, Germany Stop Brand, в общем, если бы мой муж мог вам сказать, как он собирал, я слышала, как он несколько раз вспоминал китайцев. Собирал он больше не по инструкции, а по картинке уже готового стула. Немножко ругался. Ну, в общем, так. Тут прорезиненная такая вот штука, которую можно легко снять, постирать. Сзади вот тут такая плюшевая штука, как она, из фетра. А снизу тоже такая прорезиненная, в общем, штука. Это все пристегивается, Даша. Тут снимается поднос. Так. Стой. Сюда я накладываю еду, которую сама приготовила. И вот это все вот так вот вставляется. Да, Даша помогает. Подожди. Ну что, ты не хочешь пустой поднос, так? Ну, мы просто как будто бы... На, вот я тебе приготовила, вот. А, вот так сразу берет. Так, вставляется. Тут еще для ножек есть такая штука. И вот самое интересное, что тут еще есть, это вот такая вот корзинка, куда можно будет складывать ее переднички, в общем, какие-то тряпочки, чтобы вытирать. Она держит форму. Ага. В общем, я нашла. В общем, я нашла, как оно переставляется. Вот тут есть такие штуковины. На нее нажать надо с двух сторон, желательно без Даши. И тогда она опускается вниз. В общем, можно ее спокойно сместить. Даша, скажи, тебе нравится твое новое место за стулом? Да, все выкинуть. И посмотреть, где упала. Эй, Козя, тебе нравится твое кресло, скажи? Ей пока больше бумажка нравится. Ну, я думаю, ей понравится, потому что как раз может теперь сидеть с нами за столом и не ходить, и не просить, чтобы взяли ее на ручки. А, в общем, вот так вот это все. Тут есть несколько уровней, на которых можно зафиксировать стол. То есть вот задвинуть прямо близко-близко. Что мне нравится, что эту штуку можно снимать. Она прямо вот нигде ничего, еда не застрянет. Можно ее отнести на кухню, помыть. Это тоже практично можно помыть. Единственное, что, ну, я не знаю, мне кажется, оно шатается или оно так должно быть. Ну, посмотрим, в общем, как он в действии на самом деле. И потом скажем наши все за и против. Еще у меня появилась новая вещь, которая больше нужна мне, чем Даше, но все-таки это ее как бы вещь. Это вот такой вот загон для Даши. У него... Сколько там? 1.10 метра, наверное, на 1.10 метра. В общем, он квадратный. Внизу такое тепленькое одеялко. Оно вон закручивается со всех сторон на три узелочка таких.
в трех местах. И что удивительное, в общем, если ее ставить просто на коврике сидеть, она постоянно пытается ползать. Тут я ее оставляю, мы ее оставляем, она никуда не ползает, она играется с коробкой, которую я получила, открывает ее, закрывает, прижимает пальцы, кричит, ее освобождаешь, коробку выкидываешь, она просит вернуть ей коробку назад. В общем, тут она просто сидит, что удивительно. Когда хочет спать, начинает головой вот так вот в одеялко тыкаться. И как бы тут ей, ну, пока что нравится. Правда, он у нас только 2 дня. Посмотрим, что будет дальше. Ты, детка, в клетке. Вот даже сегодня как-то нет настроения. Она поспала без нас. Мы уехали, Дася осталась с няней Ирой. И вот она как уже умеет, да? Бух! Осторожно, лоб. Бух. Все никак. Оно все порывается, порывается. Но не получается. У нас вообще Даша в клетке сидит. У нас на окнах решетки тоже такие. Это где мы живем. Мы тут вообще первые. Это была раньше старая почта. И вообще за стеной, это там, куда люди приходили, там, в общем, почта была, сейчас там фирма, которая продает дома, квартиры, там помогает снять такое, и мобилиями занимаются. А эту часть они сдавали под жилье, и Джеймс, когда жил один, подумал, о, наконец-то будет квартира, моя, как я мечтал, в стиле минимализма. Но потом появилась я, а потом появилась Даша, и, в общем, мы эту квартиру обустраиваем более-менее под такое вот детячье. Да, снималась эта квартира в надежде жить тут в стиле минимализм, но, честно говоря, сейчас уже, чтобы пройти просто от дверей в кухню, к примеру, тут можно идти по прямой. Вообще бы можно было бы, если бы не столько предметов, которые у нас внезапно появились. И еще благодаря Даше у нас на каждом коврике, у нас коврик у меня в бюро под столом, и где этот телевизор, и возле шкафа, возле кровати мы ей сделали ковричек. И вот у нее везде, где мягкие места, лежат ее игрушки, которые ты только соберешь, и через 5 минут снова вся та же самая история. В общем, да, пока что у нас стиль, в котором мы живем, называется бардак. Даша, ля-ля, куда ты сейчас своими лопуськами заползешь? Ты будешь с нами за столом сидеть? Ой-ой-ой, ползет, карабкается этот маленький человек, карабчонок. У нас только что состоялась дискуссия по поводу того, что я всего снимаю. Но я сказала, что вот через 20 лет будешь сам смотреть и удивляться. Вот у нас были такие чашки, из Молдавии мы привезли. Там, в общем, 2017 год, и внизу еще было написано «Год петуха», но вот эта машина все постирала. И мы вот едим такие... как они называются? В общем, это типа творожный пирог, что-то такое вот. А Даша грызет ее палочки. Вот эти вот воздушные палочки. Я сейчас спряталась ото всех, вышла на улицу. Тут есть такая небольшая площадка, где можно сесть за машинами. И вижу, у меня появилось желание связать Дашке пледик. Я такого чего-то огромного никогда раньше не вязала. И вообще крючком как бы недавно вяжу. Но у меня уже кое-что получилось. Проблема в том была, что я купила только... 6 мотков, там моточек вот такой вот маленький, в нем идет всего лишь 50 грамм, но очень такая мягкая какая-то ниточка, такая пушистенькая. И вяжу я это все крючком номер 5, получилось, ну как, достаточно такой крупный, получается очень быстро вязать,
такой классический рисунок с уголками такими. Так, сейчас мне надо его. В общем, мне очень нравится цвет такой персиковый. Вроде бы дырочки, но в то же время тепленький такой. Тут я связала 6 мотков, у меня получилось 90 сантиметров в длину и 60, в общем, то есть 90 вот так и 60 вверх. И этого, конечно, мало. Сегодня я ездила и нашла еще 4 мотка. Это были последние. В общем, ну, 4, наверное, это будет слишком много. Я подумала еще связать носочки, но я их никогда раньше не вязала. В общем, придется сейчас искать, как их вязать. Вообще, если честно, я вяжу вообще с огромным удовольствием. Наверное, с того периода, вот как родилась Дашка, потому что... Когда у меня появлялось свободное время, и она уже была, мне хотелось прилечь. А когда ты лежишь, заниматься бисером вообще неудобно. Как бы у меня были попытки, конечно, но это потом бисер в кровати, бисер на полу, бисер везде и повсюду. И вообще, ну, не самое потом приятное его собирать, выбирать, наступать пяткой, вообще больно. Короче, я так потихоньку-потихоньку перешла на крючок. И... Честно говоря, я не понимаю, чем я занималась все свое время до этого, потому что мне это настолько нравится. Я не понимаю, куда уходило все мое время, потому что сейчас только чуть свободное время есть, и сразу что-нибудь-то подвязываю там. Раньше, естественно, такого не было, не знаю, либо я день как-то свой по-другому планировала, непонятно. Я уже слышала Дашины звуки, она что-то проснулась не в очень хорошем настроении, и я хочу немножко повязать, она хочет, наверное, ко мне. В общем, у нас такие вот... такая у меня дилемма. Но пока что без меня справляются, я сижу и... балдею от вязания крючком. Честно говоря, у меня уже рождественское такое новогоднее настроение. Мне просто вот, видимо, не вовремя в начале июля попалась пряжа такая красная, новогодняя, вот из которой прямо хочется сделать что-то новогоднее, там типа колпака, типа пинеток таких каких-то красивых. И вы знаете, я себе в этом не отказала. Я вязала Дашке 4 модели всяких разных там новогодних ботиночек, пинеточек. Ну, несмотря на то, что даже лето сейчас и... Судя по всему, жаркое. На завтра вообще передают очень снова жаркую погоду до 35 градусов. В этом году лето нереально жаркое. Я счастлива, что я была беременная год назад, потому что этим летом это было бы что-то с чем-то. Мне тут эти уголочки вообще так нравятся. Мне всегда казалось, это так сложно сделать. На самом деле вообще легкотня легкая. Ходить очень медленно, поэтому лучше прыгать. Лягушка, Дашка, лягушка, лягушка, попрыгушка. Скажи, Ирка, не отставай, смотри, мы где. Какая ты быстрая. Дася. Ля-ля. Привет. Ой, мамина челка, скажи, это щекотит и щекотит. Что, попрыгали дальше? Да, там, коляску. Там кто-то прицепился ко мне в спине. А коляску сказастрой. Не, коляску тоже надо. Ты решила пойти немножко, ну ладно, да. С этим у нас пока еще не так все хорошо. Идем цветочки брать. Клевер. Что не рвется, так? Ну, тебе один есть, хватит. Да. Ну, покажи, что ты там нарвала. Покажи мне. А? Прицепи. Вот, смотри. Прицепи. Ой, кто там? Сказала, я не поздоровалась, не видела, да? Что ты там уронила цветочек? Эй, не надо ногти точить об асфальт. А вон желтенькие видела? Смотри, вот там другие. Да.
Да, желтые цветы. Одной рукой, вот тут второй рукой. Так, все, не отпускай, держись крепко. Даша, а держаться ложись спать. Нет, спать, я сказала. Даша, спать.